Вот вы сейчас пишете, типа, ой, ты же там человек года, музыкант года, ну вот это вот все. Что за хуйня, блядь? Вот вы пишете, что ты же там такой-то, такой-то, и у тебя есть то-то, то-то. Как ты можешь быть несчастлив? Вот прочитайте мой последний пост в инсте. Я как раз там перечислил все, что у меня есть, да, все мои материальные заслуги. Ой, что я несу, блядь? Ну, все, что у меня есть материальное, и все мои статусы, типа, да, вот эти вот, которые общество считает крутым и охуенным. Так вот, что я вам хочу сказать. Все вот это перечисленное ни разу нахуй не сделает вас счастливым никогда. Вообще, блядь, не вообще никогда. Это все просто хуета. Вот. Это прикольно, как я и написал. Это прикольно. Но это нихуя не источник счастья какого-то или наслаждения. Абсолютно. Вы мне, возможно, скажете, что, о, ну да, когда у тебя все это есть, ты можешь так говорить. Вот заявляю вам ответственно, когда у вас все это будет, вы то же самое. Вот когда мне было 16, у меня не было абсолютно нихуя, вообще нихуя. Я просыпался, шел кататься на скейте. Весь день катался с утра до ночи. Ну, мог съесть за день, не знаю, хлеб с майонезом или сухой доширак, блядь. Заползал домой без сил, блядь. Без сил, в смысле, без сил. Уставший ебанутся, но весь день катался. Мокрый, грязный, потный, блядь. Разъебанный с синяками. Вот это было счастье. И засыпал. А потом просыпался и все опять. И с утра уходил кататься на скейте и все. И нихуя у меня не было. Вот это было счастье. Когда у тебя нихуя нет, это прекрасно. Цените, цените. Все, знаете, это материальное. Какое-то. Оно как-то давит. Короче, чем больше денег, тем больше проблем. Тем больше давления какого-то. Вы опять сейчас скажете, а, ну конечно, ты, блядь, мажор ебаный, у тебя все это есть, блядь, тебе легко сказать. Так вот, опять же, ну зарабатывайте, блядь, заработайте дохуя денег, заработайте. Потом мне позвоните, блядь, если у вас дохуя денег будет, я вам дам номер. Вы сами его найдете. Позвоните и скажите, бля, реально, сука, вот ты пиздец в кружочке своем ебаном эту хуйню говорил, а я думал, ты богатый долбоеб, а я вот сейчас заработал сам дохуя денег и понимаю, что это все хуйня бесполезная. Ну, не бесполезная, это приколы, это приколы. Вот как у вас в детстве игрушки были, то же самое сейчас игрушки другие, просто машинки там, например, цепочки, блядь, игрушки, все. А если счастья нету здесь, ну, не здесь, да, а вот вообще, вот, внутри, если внутри счастья нет, то ничего извне его тебе не даст никогда. Если ты внутри несчастлив, будь ты самым богатым человеком в мире, ты останешься несчастным. Так что все, пожалуйста, делайте акцент на внутреннем своем ощущении, а не на внешнем. Никогда вы из внешнего мира не добудете счастья. Возможно, добудете временного. Но быть счастливым рывками – это тупая хуйня. Типа, не знаю, пошел там, время классно провел, увиделся там, не знаю, с тёлкой какой-нибудь, порадовался, пришел домой, ты опять грустный. Вот такими рывками – это не счастье, это хуйня. Нужно постоянно. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Если нет, то нахуй тогда вообще это говорю.